Ничего себе! Да ее можно разукрашивать! Привет, ребята! Вы на канале Малышарин ТВ. Давайте навестим нашего маленького милого котеночка. Смотрите, а вот и он сидит в своей коробочке. Такой грустный и печальный. Может быть, поможем ему найти себе хозяина? Слышите? Кто-то едет. Давайте это и будет наш новый хозяин. Ну что, котеночек, давай быстрее выпрыгивай из своей коробки. Ой, какой же ты грустный. Что? Что произошло? Смотрите, он прыгает прямо в коробке. Ну что? Ничего себе, он даже по лесенкам прыгать умеет. Вот это смышленый котенок. Ну и что? А вот и ты. Привет, котеночек. Ребята, помните, как мы его назвали в прошлый раз? Помните? Да, мы назвали его Бантик. А давайте в этот раз назовем его Мурзик. Ну, красивое же имя. Так, ну что ты сидишь? Побежали наверх. Там же детская комната тебя ждет. Привет, привет. Вы видели, он лапкой помахал. Такой забавный. Так, что тут можно делать нового? Машинки? Да, наш котенок очень любит машинки. Ребята, а вы играли уже в эту игру? Про нашего милого, забавного котеночка. Так, а это что, скорая помощь? Ты опять на нее прыгнул? Но это же опасно. Опять сейчас свалишься. Держись крепче. Ой-ой-ой, опять помчался. Да, да чего же он любит баловаться. Ребята, а ваши котики любят баловаться, как наш? Мурзик, слай скорей. Пойдем играть. А ты видел, что у тебя здесь самолет есть? Смотрите, ребята, как он бойко летает на самолете. Ловко держится и не падает. Вот это он молодец. Ой, ты где? Я тебя потеряла? Вот же ты. Ну отлично, вернулся. Что у нас тут еще интересно? Ой, испугался. Будь аккуратнее. Тут есть всякие игрушки, которые могут тебя напугать. А давайте посмотрим, что тут еще есть. Ой, смотрите, малыш тебе шарики надувает. Классно. Ребята, а вы любите шарики? Интересно, а у него есть шарик Дед Мороз? Или собачка? Ведь скоро... Ой, год собаки. Вы видели, шарик сдулся. Ой. Ты зачем спать пошел? Не, ну так нечестно. Давай немножко хоть поиграем. Давай, просыпайся. Ну просыпайся же. Ой, проснулся. А я уж думала, он уснул совсем. Смотрите, тут какая-то елочка есть. Ничего себе, да ее можно разукрашивать. Вот это здорово. Так, как же нам сделать зеленый цвет? Точно, смешать желтый и синий. Давайте вымоем, заново смешаем. Нет, какой-то он слишком темный. Давайте такое оставим. Вот, раскрасим нашу елочку. Отличное занятие. Ребята, а вы уже дома поставили елочки? Кто поставил и украсил? Рассказывайте, какая она у нас, она у вас красивая. А наш котенок решил ее нарисовать. Так, еще немножко. Ой, ладно, потом разукрасим. Ой-ой-ой, что-то мы напакостили. А как стереть? Может быть белым? Так. А, нет, все в порядке. Еще немножко. Да, она не уходит за края. Давайте тогда полностью разукрасим сначала, а потом сделаем цветные шарики. Это будет намного проще. Точно, отличная идея. Смотрите, какая красивая яркая елочка у нас получается. А теперь шарики. Можно их сделать красного цвета? Плохо видно. Его очень-то, в общем-то, не особо удобно разукрашивать лапкой. А может быть, вместо лапки кисточку сделать? Как думаете, удобно будет? Нет, тоже неудобно. Что же делать? Ой, что-то не то. Что, неужели придется ее зеленой все и ставить? Нет, надо что-то придумать. Так, синяя, а давайте просто лапки вот так... Ой, почему они уходят в сторону? Непонятно. Так, еще немножко.
Ладно, еще одна попытка. А давайте сначала сделаем красивую звезду. Супер! Звезда отличная. И немножко подправим снизу. Нет, опять ведь зашли на звезду. Да что ж такое-то? А давайте просто украсим цветными лапками. Вот так. Точно, отличный вариант. Смотрите, как красиво получается. У нас же котенок. У него должна быть елочка-кошечка. Так, сделаем еще какой-нибудь цвет. А давайте фиолетовый? Вот он. Супер! Смотрите, какая красивая елочка у нас получается. И белых добавим. Так, еще немножко. Мне кажется, красных не хватает. Ребята, а вы нарядили свою елочку? Вы повесили на нее гирлянды. Смотрите, у нас почему-то нету гирлянд. А так бы хотелось, чтобы у кошечки был красивый, яркий домик. Ну что, я думаю, достаточно. Посмотрим, как она украсит нашу комнату. О, смотрите, какая красота! Ну просто прелесть! Ну что, может подкрепимся немножко? Мы такое Ой-ой-ой! А еды-то нет! Посмотрите, как смотрит! Жалко и бедненько наш котеночек! Пойдемте зарабатывать еду. Я предлагаю попрыгать на кровати. Это ведь такое веселое занятие. Ребят, а вы любите прыгать на кровати? Я уверена, что любите. Ой, смотрите, как он забавно прыгает. В разные стороны умеет делать. Так, осталось последнее движение, самое сложное. Как же его сделать? Ну что ты балуешься, делай уже последнее движение. Так, а как же сделать-то его? Нет, никак не получается. Ты что все сальто крутишь? О, отлично! Смотрите, мы заработали рыбные печенюшки. Или что это такое? Какой-то корм специальный. Наконец-то мы сможем покормить нашего милого котеночка. Кстати, а помните вторую игру про этого котеночка? Где он отправляется на вечеринку? Если вы не смотрели, обязательно сходите и посмотрите. Так, ну что, ты наелся? Ой, облизывает. О, слышите, мурчит, мурлычет. Какой же он классный. А погладить тебя можно? Жалко, нельзя погладить. Так, что же тут еще можно было сделать? А, вот, точно, еще веселая игра есть. Смотрите, как он смешно умеет в нее играть. Тут нужно собрать разных животных. Поможем нашему котенку. Вот, первый крокодил. Дальше бегемот. Где же он? Ну вот, как же быстро получается у нашего котеночка. А это кто такой? Петушок. Ну давайте сделаем. Вот, отлично. И с этим мы справились. И осталась какая-то смешная пузатая рыбка. Как думаете, что это за рыбешка? Так, все, отлично. И с этим заданием мы отлично справились. Так, что еще тут можно делать? О, он еще решил шариков нам надуть. Смотрите, там шарик с каким-то крокодилом. А мы их полопаем. Да что такое-то? Ты что, сегодня не выспался? Ну давай уж поиграем, ну немножечко. Смотрите, даже зайчик засыпает вместе с ним. Нет, давайте немножко еще поиграем. Ну совсем, самую капельку. Отлично, проснулся и порадовал нас. О, в мяч, это хорошее задание. Так, а еще разок. Супер! Вы видели, как ловко он бросает этот мячик? И сразу попадает в цель. Ой, а в этот раз не попал. Ну ладно, бывает, ничего страшного. А ты что смеешься, жирафик? Так нечестно. Ой, смотрите, я даже не заметила, за окном-то уже зима. И у нашего котика тоже уже зима. Так, что и будем еще играть? Ну что, может здесь немножко пособираем? Помните, там нужно ловить быстро и ловко. Наш котенок очень ловкий. У него это отлично получается. Ой, видели, вылез головкой своей. Смотрите, а эти... Кто это там такие-то? Цыплята-то новогодние с подарками летят. Еще один подарок. Может, там и Дед Мороз прилетит и принесет какой-нибудь классный подарок.
подарок для нашего котенка. Дайте нам подарок! Ой, только снеговички какие-то как будто бы слетают в шапочках. Ну что, не будет Деда Мороза? Так нечестно. Третий уровень. Ну-ка, ну-ка. Ой, это кто там был? Я не успела увидеть. А, там мышата, вот и Дед Мороз. Отлично. А пойдемте еще, знаете, что сделаем? Еще немножко поиграем с ним, где можно его погладить. Вот, смотрите, какой он забавненький. Мурлычет. Ой, вы слышите? Какой... А! Нет, он прям как настоящий мяукает. И смеется. Ну разве котята умеют смеяться? И зевает, но точно не выспался. Что ты задумал? Не-не-не, помнишь, ты в другой игре упал со стола, когда так бегал? О, да, твои глазки были не рады. О, он решил поиграть с мышкой. Ну давай, поиграем. Ой, ты что кидаешься? Какой ты сердитый сегодня. Ой, прыгнул прямо на нас. Вот это он учудил. Все, мышка тебя... Так ты какой-то супер ловкий. Так, отлично. Мышка еще раз тебя обхитрила. Ты умеешь ловко ее ловить. Ням-ням-ням, она все съела. Так. Ой, какой это же ты. Ладно, ну что, ребята, давайте положим его спать. Он же так устал. Давайте немножечко погладим его. Такой же он мимишный, смотрите, прям настоящий котеночек. Ладно, давай, отправляйся спать, а то ты совсем устал. Ой, так не прыгать, а спать отправляйся. Ты что? Вот, и вот и наша постелька. Ну что, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. А наш котик пусть отдыхает и набирается сил. И всех с наступающим Новым годом! Всем пока-пока!